Глава ГИБДД Виктор Коваленко якобы занял свою должность благодаря многомиллионной взятке. Об этом заявил глава портала «Смотрару» Эрик Кутуашвили в Тверском суде Москвы. При этом он сослался на результаты собственного расследования и подчеркнул, именно с этим связано его задержание. Мы собрали материал, при котором мы можем доказать, что господин Якунин получил взятку вместе с руководящим составом $3,5 миллиона за должность начальника ГИБДД от господина Коваленко вместе с господином Васютой. Мы эту банду коррупционеров, работаем над ними уже не первый день. Отдаю себе отчет, против кого воюю, ничего не боюсь, не страшно, отвечаю за все свои дела и за все свои поступки. Значит, дело сфабриковано, будет расследование, разберутся, покажут, объяснят. Значит, в двух словах, чтобы было понимание. Есть одно большое уголовное дело по каким-то жуликам и мошенникам, которые в какой-то момент вот так вот и начали говорить, что «Ой, а Эрик Давидович с нами», и меня как бы вот арестовали. После этого Давидович Кутуашвили заявил, что за последние годы поймал на взятках больше 300 сотрудников ГИБДД. 21 февраля должна была увидеть свет его новая лента, третий фильм «Смотрару» о коррупции в ГИБДД. Основная тема – ворованные машины, которые ставят на учет в дорожную полицию. Кутуашвили заявил, что придумал и запатентовал идею, как навсегда избавить Россию от угонов. После этого на него якобы и началась охота. С утра защитник Сергей Жорин заявил в нашем эфире, что лично готов внести залог за своего клиента 10 миллионов рублей. А через несколько часов адвокат написал в своем твиттере о новых обвинениях в адрес Кутуашвили. Довольно неожиданных обвинениях, кстати. Следствие якобы подозревает, что мужчина причастен к покушению на главу Ингушетии. К слову, пустили Жорина на процесс с большим опозданием. До этого защитник почти час стоял на улице. Формулировки все время разные. Значит, первая формулировка была такая: судья никого не хочет видеть, понимаете? Может быть, судья завтракают или там что-то еще, я не знаю. К сожалению, нас не пускают в суд. Здесь избирательный такой процесс, кого пускать, кого не пускать. При этом в квартире известного стрит-рейсера Кутуашвили проходит обыск. Очевидцы всего происходящего говорят, что в помещение вошли люди в черных масках и без опознавательных знаков. Сказали, что к ним в квартиру ломятся люди в масках, опять какие-то обыски, опять пытаются взять какие-то документы, ключи от квартиры, от машины, все что угодно. То, что уже даже не касается Эрика, то есть они пытаются давить на родственников. Нам позвонили, ну, с просьбой как-то приехать, помочь, не знаю, там с общественностью как-то это придать огласке. Мы приехали, нас даже в лифт не пустили. Просто люди в масках, в черной одежде полностью, без опознавательных знаков. Они приехали на минивэне. Номера этого минивэна не бьются. У них есть, как это называется? Они находятся в закрытой базе. Неизвестные в масках никого в квартиру не пускали, уверяли, на месте находится адвокат Кутуашвили, однако единственный защитник, по словам друзей, это Сергей Жорин, а он, как мы помним, находится в суде. Ранее юрист подчеркнул, что даже задерживали его клиента с явными нарушениями. Сутки не давали связаться ни с ним, ни с родственниками. Кутуашвили скрутили накануне вечером. Перед этим он как раз встречался со своим адвокатом, потом поехал по делам. Внезапно его остановил наряд ДПС. Сотрудники попросили сфотографироваться, а после задержали. По сути, устроили засаду. Ночь мужчина провел в камере, а с утра к зданию суда приехали его соратники из сообщества стрит-рейсеров, а также родные и близкие. Вчера, когда стало известно о том, что Эрик задержан, достаточно быстро собрались его близкие. Дело на контроль взяли члены общественной палаты, и Дмитрий Чугунов, и Павел Пятницкий. Подключились адвокаты и, соответственно, бросили все клич в социальных сетях. И вот здесь собрались все, кто откликнулись. Всем, кому не нравится то, что можно возбудить дело на человека в один день, задержать его под надуманным предлогом и привести в суд, не пускать адвокатов. Сначала друзья были уверены, давеча подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Это уголовное дело раскручивали в 2008-м, тогда судили другого человека. Вот он отсидел, вышел, и почему-то именно сейчас, спустя столько лет, решил написать заявление на главу «Смотрару». По крайней мере, так утверждает основатель «Стопхам» Дмитрий Чугунов.
В 2008 году был угнан автомобиль, но там условно с тем же успехом могли обвинить меня. То есть вышел бы человек, сказал, вот этот человек меня подговаривал. И это единственное пока что есть у следствия. То есть там вот вышел человек какой-то, было, после угона была компенсация за угон этого автомобиля. Сейчас речь идет о том, что Эрик якобы подговаривал или каким-то образом способствовал тому, чтобы этот автомобиль был угнан. Ну и в самое ближайшее время Тверской суд готовится огласить меру пресечения для господина Китуашвили. 5-10 минут, мы обязательно все покажем в прямом эфире, дождитесь. Ну а пока...